персонального. Биншоу Ксю. Эта спортсменка на этапах серии Гран-при однажды даже поднималась до 4-го места. Сейчас с последнего, с предпоследнего места, конечно, выбраться будет нелегко, если не совсем не невозможно. Но нужно сражаться. Катается под музыку из японского мультфильма «Принцесса Мононоке». Композитора Джо Хисаиши. Плакатиками еще
с китайской олимпиады пекинской сидят болельщики на трибунах и приветствуют местную фигуристку Бин Шуксю. У Бин Шуксю арсенал будет побогаче, чем ее соперницы Юрень Вань. Но не все сегодня работало в этом арсенале. Многие прыжки были двойными, вопреки желанию спортсменки. Программу ей ставит Лю Чэнь, знаменитая китайская олимпийская фигуристка, олимпийский призер. Красивое вращение. Заклон, приходящий в Бильман. Вот такой вот заход на сальхов. Уверенный. Прыгнула три тулупа подряд. Тройной и два двойных. Конечно, тяжело китайским фигуристкам. Но приходится быть кем-то вроде, не то что первопроходцев, но кем-то, кто помогает поддерживать фигурное катание в стране, чтобы рано или поздно оно вспыхнуло, как парное катание, предположим. Приходится исполнять роли второго плана. Баллов. По всем статьям она, конечно, обходит свою соотечественницу. Но выбраться с предпоследнего места, наверное, все равно не удастся. Впереди, в принципе, очень